К другим новостям. Летняя оздоровительная кампания 2017 в Чувашии идет по плану. Сегодня об этом говорили на совещании у главы республики. По данным Министерства труда и социальной защиты, в Чувашии в этом году принимают детей более 450 лагерей разного типа. В их числе оздоровительные, пришкольные, палаточные, трудовые. В первый летний месяц в них побывали более 39 тысяч ребятишек. Основным приоритетом для организаторов по-прежнему является безопасность, сохранение и укрепление здоровья детей. Оздоровительные учреждения республики проверялись надзорными ведомствами и в период подготовки, и в период их работы. В рамках федерального госсанэпиднадзора специалистами управления проведено 76 проверок. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 120 фактов нарушения санэпидтребований к условиям отдыха и здоровления детей. Конечно, большинство, это около 60% нарушений, связано с вопросами организации питания. Все замечания были вовремя исправлены. Ни отравлений, ни эпидемий в местах отдыха детей не допущены. По всей республике продолжается ремонт дворовых территорий. С 2011 года в Чувашии реализуется программа по капитальному ремонту дворов и проездов к ним. За это время удалось отремонтировать почти 1300 дворов и 645 проездов на сумму более 865 миллионов рублей. В текущем году на ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов и проездов к ним с учетом заключенных соглашений предусмотрены средства в размере 83,6 миллиона рублей. Кроме этого, в Дорожном фонде Чувашской Республики в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды дополнительно предусмотрены средства в размере 107,5 миллиона рублей, за счет которых в 9 муниципальных образованиях планируется реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе ремонту дворовых территорий. Указанные средства позволят в текущем году отремонтировать 200 дворовых территорий и 69 проездов к ним. Глава региона отметил, что за качеством выполняемых ремонтных работ необходимо строго следить, оперативно выявлять недочеты, а самое главное – вовремя их устранять. Галина Титарчук, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика.